Ludza, Zilupē, Preili, Kraslava, Ilūkste, Daugavpils, Indra, Rezekne, Karsava, Malta. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. На протяжении месяца мы рассказываем о стереотипах в регионе. И в цикле «Латгалия на рубеже стереотипов» уже обсудили такие темы, как алкоголизм, невозможность выучить латышский язык в Даугавпилсе, о том, что у каждого рижанина есть бабушка в Латгалии, и, конечно, о бизнесе. Частично мифы подтвердились, где-то были опровергнуты. Ну а полную картину получится воссоздать, если прослушаете все предыдущие выпуски. Сегодня же поговорим о контрабанде. Если же быть точнее, то поставим вопрос следующим образом. Латгалия – край контрабандистов. Пускай каждый сам для себя поставит знак вопроса или восклицательный знак в этом утверждении, а после выпуска решит, изменить мнение или остаться при своем. В вопросе мне помогали разбираться пограничники, экономисты, культурологи и историки. Латгалия на рубеже стереотипов. Сейчас вы слышали, как по дорогам Латгалии едет грузовой транспорт, как стучат колеса поезда и плещется вода в Даугаве. Это топ-3 путей, по которым контрабандисты пытаются перебросить в Латвию контрабандный товар, рассказывает замначальника Даугавпилского управления погранохраны, а также исполняющий обязанности начальника уголовно-следственной службы Даугавпилского управления Марис Пукинский. В транспортных средствах делаются схроны, это специально подготовленные машины. Последние случаи были, это, допустим, в тех же газовых баллонах, да, на первый вид ничего вообще не видно. Допустим, поднимаем транспортное средство, осматриваем баллоны, визуально ничего понять нельзя, да, но в итоге мы все равно находим. Второе, это когда также кузов пересварен в дверях и так далее. Вот последний случай был, опять же, по нашей информации, Литва сработала, да, человек из нашего города поехал от нас в Белоруссию, но возвращался через Литву, где уже наши коллеги его встретили и изъяли, значит, две коробки контрабандных сигарет. Да. Второе немаловажное – контрабанда путем железной дороги, да, в составах. Очень активно работаем, но понятно, не 100% мы можем все предотвратить, так как это не так легко, как казалось бы, да, прячут всякими способами. Контрабандисты – это как и закон, да. Чем больше мы как-то умнее становимся и делаем какие-то интересные вещи с нашей стороны, как это все предотвратить, то и они не стоят на месте. Также распространенно Даугава. Даугава у нас река, где как бы у них развязаны руки только потому, что со стороны Белоруссии вообще легко им, да, они просто закидывают это все в речку. Дальше оно своим ходом доходит до наших мест, где уже контрабандисты спокойно могут выловить. Но мы тоже очень хорошо в этом оснащены, контролируем. Большую часть все-таки мы вытаскиваем, задерживаем людей. В этом году, правда, у нас в связи с тем, что и погодные условия менялись так резко, для них это было хуже. Поэтому как бы не было такой большой активности, да, вот как показывает прошлый год, вообще и организованные группы даже по этому делу задерживали, да. А так, даже есть у нас Робеш Апсардзибас Нодель, это Педруя, да, где именно
они уже тоже видят, как если уже предметы эти плывут, и вытаскиваем. Ну и дальше уже на территории Латвии отслеживаются дальнейшие цепочки распределения. Обнаруживают и закрывают нелегальные заводы, в первую очередь по фасовке сигарет, так как это товар номер один, который контрабандисты в первую очередь пытаются переправить из соседней Беларуси. Если мы говорим про контрафакт, именно по производству, незаконное производство, да, это уже больше сигареты, думанные там на Европу и так далее. Это уже немножко другая тематика, да. Но вот что конкретно контрабанда, распространенные марки сигаретные белорусские, вот все оно здесь реализовывается, да. Наш народ любит курить белорусский товар. Цена, конечно, цена, но, как всем известно, цена растет постоянно. Люди у нас не настолько богатые, чтобы позволять себе покупать сигареты в магазинах, да. Тем не менее, мы стараемся это всеми силами предотвращать, чтобы все-таки нашу экономику поддерживали. Если же говорить о стереотипном образе контрабандиста, то вывести некий усредненный образ сложно. В первую очередь это точно не прожженный типаж из кино. Люди, решившие сыграть законом в лотерею, попадаются совершенно разные. Знаете, по-разному, да, там их тоже можно делить, потому что есть кто, опять же, даже вплоть до организованных групп, да, и у них поделено их, как вот как если у нас на службе должности, да, так у них тоже каждого свои обязанности. Своя иерархия. Своя иерархия. Есть кто руководит, есть кто исполняет, есть кто везет. Есть так называемые перекупы, которые, опять же, договорились, просто поехали в нужном месте, забрали товар, да. То есть, ну, несут ответственность все. Наказания разные, но за контрабанду очень высокая мера наказания, да, и даже до лишения свободы, да. Насколько знаю, прокуратура тоже сейчас предъявляет вину, да, по высоким меркам, да. То есть очень важно, если даже контрабандист совершил это преступление, то главное, чтобы он и компенсировал государству данные убытки, да. Не просто там отработал бы, да, а заплатил то, что какой он ущерб принес государству этим. Это и есть граждане Латвии, потому что это бизнес, их бизнес, да. Но бьем по карману, опять же, да, арестовываем имущество, машины, квартиры, проверяем счета. Есть, конечно, у многих и нормальная деятельность при этом, да, но очень-очень заманчивая вот эта вот работа, когда кому-то не хватает риска адреналина, поэтому этим тоже занимается. Кто-то по глупости, но вот по-всякому. Это нету так, что вот конкретно вот только один профиль людей, и они только этим занимаются. Совершенно разные люди, от возраста до занятий и тем, чем они руководствуются, какая-то мотивация. Да, они разные люди, да. Нету такого вот как-то вот все одинаковые, вот судимые, там только вот этим занимаются и ничего другого не делают. Разные люди. На вопрос, а можно ли назвать Латгалию краем контрабандистов, Марис Пукинский отмечает, что с одной стороны, фактор близости белорусской границы, если речь идет о Даугавпилсе, нельзя списывать. Но и нельзя утверждать, что вся контрабанда в Латгалии. Ну так, чтобы конкретно только у нас это происходило бы, так нельзя говорить. Это происходит по всей Латвии. Курят по всей Латвии, не только у нас, в нашем регионе, да. Поэтому нельзя так утверждать. Контрабандистов хватает везде. Цифры, они, скажем, даже всегда великолепные, потому что, ну вот если по речке берем, да, то, допустим, 20 уголовных процессов за год, это что-то говорит, да. Мы сейчас не будем говорить об объеме сигарет, да. Но если мы берем железную дорогу, да, то, опять же, может быть там 5 коробок, да, может быть 200 коробок, да. То есть цифры колоссальные. Поэтому я не думаю, что это так сейчас важно говорить конкретно, сколько было изъято, да. Но цифры колоссальные. И мы боремся с этим. Если говорить
Про закрытые заводы буквально вот в декабре, да, саму линию мы не нашли, но, допустим, тех же 900 коробок сигарет изъяли, 7,5 тонн табака, из которых было бы еще там, в 10 раз больше сигарет произведено, много разных составных, которые используются для производства. Ну, то есть работаем. Латгалия на рубеже стереотипов. Так звучит автостанция в Даугавпилсе. Еще несколько лет назад здесь без проблем можно было бы купить контрабандные сигареты. Зазывные голоса продавщиц «сигареты» больше десятка лет были неотъемлемой частью этой территории города. Тем не менее, купить контрабандные сигареты в Даугавпилсе по-прежнему можно. Не так открыто, но, как говорится, кто ищет, тот найдет. Тем временем статистика показывает, что намечается тенденция по снижению объемов контрабанды, утверждает член правления общества «Бейс» «Бизнес против теневой экономики» Юрис Стимка. Самый большой объем из товаров контрабанды – это всегда были сигареты. И, ну, есть такая тенденция, что постепенно эти объемы уменьшаются. Сейчас где-то, если не ошибаюсь, где-то 16-17% из общего рынка контрабандной продукты. Ну, если так говорить о влиянии на экономику, то, конечно, это, ну, какой-то бизнес, который очень с мышлением краткосрочным, потому что, ну, эти люди, которые занимаются, ну, у них нет какой-то возможности развиваться и легально, и расти, и, ну, на этом мы экономику Латвии не построим. Недоплаченные налоги – это деньги, украденные у образования, медицины, социальных пособий и так далее. Увы, но Юрий Стинко подтверждает, что в Латгалии традиционно, в сравнении с остальными регионами, больше потребляет контрабандные товары. Но в то же время считает эксперт, что в этой специфической бизнес-модели Латгалия всего лишь как один из логистических пунктов. Если так говорить о большом бизнесе, то это уже такой организованные криминальные группы, интернациональные, которые работают, ну, масштабно только Латвии, но Европы, и это уже, ну, не один регион. Мне кажется, что, ну, в Латгалии это больше, ну, такой малый объем контрабанды. Это, наверное, люди, которые сами езжают за границу, покупают и привозят обратно. Там есть все случаи, как через границу перевозят там, на плотах, на реке. Но это маленький объем. Большие объемы идут по железной дороге, на фурах. И это уже не связано с конкретным регионом. Это была такая тенденция в последние годы, что начинается, ну, в Латвии производить из подпольных заводах и тоже производит эти сигареты. Если говорить о сигаретах, остальные продукты это, ну, в основном вот, к примеру, топливо, которое на фурах или, ну, просто в баках в частных машинах привозят. Продукты, продовольственные продукты, но это реально небольшие объемы. Но это несравнительно с вот этой организационной контрабандой, которая, наверное, все еще происходит. Юрий Стинко склоняется к мнению, что Латгалию не стоит называть краем контрабандистов. То, что есть вот такое, наверное, данные, что в Латгалии сравнительно больше рынок контрабандных продуктов. Это, наверное, правда, но и то не очень, не всегда так. У нас есть и в других регионах, какие-то города, где очень большой процент рынка контрабандных продуктов.
Но то, что самые большие объемы контрабанды, как я говорил, это организованные криминальные группы, которые, они не связаны с Татгай и другими регионами, они намного больше масштаба. Латгалия на рубеже стереотипов. Моя следующая остановка «Вопросы контрабанды» – это Даугавпилсский университет, где вместе с доктором филологии, сотрудником Института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета и доцентом кафедры славистики и русистики ДУ Жаном Бадиным пытался разобраться, как эти темы отразились в литературе. Специалист отметил, что назвать Латгалию краем контрабандистов – это преувеличение, но контрабанда, как явление, несомненно, достойный предмет исследования. Безусловно, есть фольклорные тексты, да, это главным образом частушки, да, которые собирал Иван Фридрих, да, вот учитель по Латгалии, и там скорее появляется сам фактор, да, вот границы как некого неправильного рубежа, разделившего людей, да, вот по разные стороны, оказавшихся в двух разных государствах, да, Советской России, да, и Латвийской Республики. Там скорее речь идет о желании, да, вот преодоления границы, но не в таком вот корыстном коммерческом аспекте, который предполагает контрабанда, а такой любовный аспект, да, то есть там как бы парень и девушка, как правило, оказываются по разные стороны, но авторы, да, вот это народное фольклорное сознание, они понимают, что это противоправное действие, да, и вот кабы не было границы, да, не ходили патрули, кабы не было полиции, не сидели бы в тюрьмы, да, вот как пелось в одной частушке. Речь идет о Первой Республике. Латвия получила независимость. Рядом с Латгалией пролегли границы Советского Союза, Польши и Литвы. А кроме любовного нарратива, есть еще и авантюрный посыл. Образ, да, вот, границы, он, конечно, порождал самый разный текст, где контрабанда, конечно же, присутствовала. Но если мы будем говорить о текстах, то, опять же, их немного, но они есть. Да? И вот один из таких сюжетов – это, опять же, Наспор, пересечение границы латвийско-советской, да. Флёр-авантюра должна быть. Авантюра, да, вот именно авантюра здесь очень хорошее слово. Человек должен пересечь границу и предоставить какие-то доказательства, да, то есть, чтобы выиграть спор. Ну, как правило, это была советская газета. Пересекал, да, незаконным образом возвращался и в качестве доказательства оппоненту предъявлял, да, советскую газету, что ты действительно там был. Также фигурирует тема перевоза драгоценностей российского дворянства или купечества в Латвию из Советской России. И ходили слухи, что были люди, которые сделали целое состояние, да, на этой контрабанде. Вот есть один тоже такой интересный автор, которым я занимался. Это Леонард Юлианович Король-Порошевич. Он сам, не знаю, насколько легальным, насколько нелегальным путем, да, пересек, да, вот эту советскую латгальскую границу, какое-то время жил в Резекне, в Даугавпилсе, но потом стал известен в Риге как журналист и автор таких вот авантюрных бульварных романов. Вот в одном его романе, который называется «Бриллианты в каблуке». Это своего рода наш такой латвийский ответ Ильфу и Петрову, да, с его 12 стульями. Богатый человек из Санкт-Петербурга бежит от советской власти, ему незаконно нужно переправить ценности в Латвийскую республику. Да, и он не находит ничего лучше, чем спрятать их в каблуки, да, такие огромные каблуки там своей жены, да, и эту коробку отправить в Латвию. Да, по пути она теряется, да, и вокруг этого строится авантюрная история поисков. И там отдельные главы тоже
посвящены Латгалии и путешествию по латгальским топосам до конца 20-х годов, где сатирически изображен и Двинск, и Режица, да, и Люцин. Да. Эта тема присутствует, конечно. А если так, в итоге, чем эта история с бриллиантами закончилась? Если мы знаем, что Ильфа Петрова Остапу Бендеру там не очень повезло. Да, все охотники за бриллиантами, да, они заканчивают трагически. Вот там один из главных таких охотников за бриллиантов, уроженец Малиновки, да, недалеко, да, вот тут от нас, да, поселок, да, сегодня, тогда еще, может быть, деревня, он гибнет, попадая под скорый поезд Рига. Двинск. И в итоге, да, как будто бриллиантов и вообще не было. Да, или их украли, как говорили в одном фильме Леонида Гайдая, все уже украдено до нас. Жан Бадин не исключает, что за литературным вымыслом существовала и реальная основа. Я думаю, что, конечно же, имела, да, потому что очень многие тексты, которые создавались, да, вот русскими писателями Латвии, да, вот 20-30-е годы, они также практически все, ну, не все, большинство было сотрудниками газет. Да, и вот то, что... Да и Ильф и Петров, в конечном счете, тоже очень часто пользовались теми материалами, которые, на которые печатались на страницах прессы, да, того времени. И это становилось фактом осмысления. Ну и опять же, если мы культурологически посмотрим на феномен контрабанды, ну, она, наверное, появляется тогда же, когда появляется торговля. Да, как только появляется торговля, да, как только появляются какие-то законы, правила, которые начинают регулировать, да, эту торговлю, да, появляются люди, да, которые стараются обойти, да, эти правила и действовать как бы по своим законам. И вот во всей этой теме ведь наверняка интересна реакция общества. А как общество относится к контрабандистам, да, и каким видит, да, вот, общество контрабандиста, это весьма интересная, на мой взгляд, тема. На этом мы еще не прощаемся с Даугавпилсским университетом. Вместе с доктором истории Хенрихом Сомсом погрузимся в исторический контекст. Корни контрабанды в историческом контексте проникают намного глубже, чем мы могли предполагать. Как минимум, это 19 век. И главный товар имел интеллектуальное значение. Это книги. Все, которые пишут историю латгальской литературы XIX века, пишут даже о периоде контрабанды литературы. Речь идет о второй половине XIX века, когда был запрет книгопечатания латинским шрифтом, и появилась контрабанда. И Латгалия в этом ключе не исключением была. Ну, здесь был фокус на Латгалию, потому что книги печатались вне, это было, все пишут, что это Пруссия, на самом деле, Пруссия. В Пруссии была типография, указывается Тильзит и современный Советск. Там печатались книги, это, большинство это были религиозного содержания для латгальских католиков, и они распространялись, это другое государство было, и распространялось в Латгалию контрабанда. Распространяли, у нас даже есть названы лично, там люди, большинство это евреи, которые перемещались. Зелик, такое всегда фигурирует, фамилия даже. Ну, его считают, ну, такой полезной контрабандой. Вот в 19 веке именно, ну, до начала 20 века, когда был отменен этот запрет. Но волна контрабанды и спекуляции, это два явления всегда шли рядом, захлестнула Латгалию и Даугавпилс в 20-е годы 20 века. Только что установились новые границы. Город освободили от советской власти. И так и газеты писали. Спекулянты и контрабандисты устремились в Даугавпилс. Ну и новая ситуация появляется. Спекуляция, во-первых, да. И мы видим самый главный товар на уровне золота. Это был соль. И поэтому очень строго писали, что направляется в латгальский регион соль. И, да, но это все импорт, да, на месте соли нет. Да. И, но соль потом, которую здесь приобрели, получили, начали его менять на другие, да, в том числе уже с Россией, как эквивалент других продуктов, которые не хватало, каких-то оборудований, которые христианам нужны было. Соль использовалась она как валюта? Или да, как валюта, да, как валюта.
Даже есть перечень так, что ну, еще нужно людям было дрова актуальные. И там было подсчитано, сколько один босс, да, дров, и сколько там килограмм нужно соли. Там уже такая фигурирует в литературе, в прессе, да, такие подсчеты. 30-е годы. Ситуация меняется. Периодически в прессе появлялись материалы, но у профессора Сомса сложилось впечатление, что контрабанда не являлась тяжким преступлением для того времени. Например, я нашел данные там на 32-й год, преступность долго упился, там только два преступления зафиксированы контрабанды, два, а убийства 8. Это здесь вопрос в том, действительно так было мало контрабанды или в целом, скажем так, государственные институции смотрели на это сквозь пальцы? Да, я думаю, что структура преступления свидетельствовала, что через эту контрабанду, спекуляции тоже решались нужды населения, и полиция, конечно, больше следила за более опасным преступлением. Но мы видим такие сведения, что есть проверка магазинов, это самый распространенный, и полиция, префектура, да, фиксирует контрабандный товар. Да, контрабандный товар, который не зафиксирован, сюда накладные нет. Да. Это очень широкий перечень. В основном речь идет о продуктах. Да, всякие там и продукты, кофе, изюм, корица, вот такие экзотические. Ну и постепенно там некоторые писали, что есть одеколон, расчески, да. Но обычно какое было, что если нашли этот контрабандный товар, тогда он должен был заплатить штраф таможенный. Таможенный штраф просто. И там писалось, что за эти продукты он должен заплатить незаконным путем. Да. То есть, по сути, легитимизировать, то есть узаконить провоз их, если да, бы он попался? Да, да. Я попался, значит, заплати. Но мы не знаем... Нет у нас исследований, кто попался на границе со мной, да. Но интересно, я нашел такие на озере Ричу, была попытка провоза контрабандного яблока, там целый обоз, да. И, к сожалению, трагично кончался. Пограничник увидел, начали стрелять, убежал польский человек из Польши, да. Но это обоз и лошадь утонула в озере Рич. От дня сегодняшнего номенклатура контрабанды в Первую республику отличалась существенно. Как пример, латгальские крестьяне ввозили польский и литовский лен. Была закупка льна, и вдруг появляется польский и литовский из Литвы, да, ну польский, скажем, да, незаконно привезенный, но государство принимало решение, чтобы нажать какую бумагу от волости, что это твой лен. Даже была попытка, что местные крестьяне организовали обозы ближе к границе, и там переправлялись лен. Но этот лен был очень важный для латвийского государства. Это тоже... Здесь суть в том, что у поляков и литовцев он дешевле, его перепродавали? Или как? Да, я думаю, что больше объема, наверное, было. Да. А, чтобы больше сдать государству. Да, это дополнительный заработок. Но интересно, лен исторически, лен был связан с солью. Когда латвийское государство распределяло соль, как стратегический продукт, да, как это делать эффективно. И понимали, что есть сеть закупки льна стабильная, и там, где закупается этот лен, там распространяется соль. Это тоже было интересно. Но я думаю, что не все там было чисто, хотя это была надежная такая сеть. А теперь настало время выводов. Факт контрабанды опровергать бессмысленно. Но как мне кажется, что роль Латгалии временами преувеличивают. Мое главное открытие в работе над этим материалом – это перемена человеческих потребностей. Более 100 лет назад люди рисковали, чтобы провести литературу, напечатанную тем шрифтом, на котором удобно читать. А сегодня исхитряются, чтобы провести чуть больше блоков сигарет. Латгалия на рубеже стереотипов. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11-часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14:05, а также в ночь на пятницу в 1:30.
А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава, Илуксте, Даугавпилс, Индра, Разокна, Карсава, Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.